Привет! С вами опять Лизон. Я сейчас в Харькове. И давайте проведаем мою собачку. Поэтому я и создала, конечно, этот канал. Кивася! Кивасик! Киви! И бежал, молодец! Ми! Иди сюда! Вот! Все, что нужно для хорошей собаки. Косточка. Любого цвета. Мы просто такую выбрали. Уточка, которая может пищать. Собачка к ней прибегает и уносит. Ох, переделался. Хорошо то, что отделался. Так, посмотрим. Вот еще один шарик зеленый. Ему этот самая любимая игрушка, но если шариков. Набери. Так. Вот еще шарик. Он пахнет ванилью. О, как вкусно пахнет. Есть еще один шарик. О. И это такой мячик, как футбольный. Если вы собираетесь чухуахуа купить, тогда вам, мне кажется, не надо такой покупать. Он сильно большой. Моя чихуахуа Киви. Он им почти не играет. Он сильно большой для его зубов. Вот. Ну, а терки... Он отделался просто. Чтобы к нему не приделалось. Мячик. До новых встреч. Пока.